Когда учился компания Toyota, главный директор компании, знаете, что делает каждые полгода? Сказал вам, что делает? Генеральный директор компании ходит каждому большинству, почти, он говорит, основные приходят, любой стол сотрудника проверяет, нету ли там лишней бумаги, ненужной бумаги, например, просто записки, которые уже сейчас не нуждаются, ненужные вещи, которые каждый день ему не нужен. Он приходит, любой стол сотрудника, и начинает посмотреть. Это в компании Toyota меня обучали. Генеральный директор компании приходит. Почему? Потому что незавершенная работа останется у него где-то бумаги. Ненужная бумага, когда накопится, значит, этот сотрудник живет в хламе. Он не должен этот хлам собрать. Надо выкинуть их. Надо делать работу и завершать, выкинуть ненужные вещи. Не нужны записки, не нужны недоделанные дела и так далее. Вот это все. Если сотрудник свое рабочее место держит в чистоте, значит, он в тонусе работает. А если он вот так халам-балам, все разбросано будет. Он должен четко работать. И это ненужные бумаги, все выкидывать. Они не нужны. Нельзя их собрать в офис. Каждые полгода он так делает. Вы представляете? Если компания Toyota найдет время это делать, почему бы нам не делать это то же самое? Вы хотите сказать, что вы больше заняты, чем он?